пошел для вас день. Очень полезно. Боялся заснуть, даже не пытался заснуть. Ну, только тогда, когда... Да, было разрешение. Да. Из открытий мне понравилась очень мысль, это прям новая для меня, да, что сначала помоги себе, сначала договорись с собой, потом договаривайся и помогай наружу. Да. Опять же, приемы договариваться, это очень важно. Приемы выхода из конфликтов мы там отрепетировали на онлайн-семинарах. А здесь как бы это закрепили, еще раз проговорили. Это, ну, для меня это там одно из самых важных вещей. И сейчас я еще одну буквально мысль, ну, просто подсмотрю, потому что что-то как-то много всего. И да, и вот эта вот мысль, она не новая для меня, да, но как-то вот сейчас она прозвучала, что нужно использовать короткие моменты. Здесь и сейчас, не пытаться бежать вперед, не пытаться смотреть назад, а смотреть именно здесь. Вот ближайший шаг. Да, то есть вот то, что здесь, и то, что у меня есть, какие у меня есть инструменты, ну, условно, да. Какие у меня есть сейчас возможности и какие у меня есть сейчас обстоятельства. Исходя из имеющихся возможностей. Да, это вот как бы такие вот открытия этого семинара, что мне там вот очень-очень понравилось здесь. Вот. Единственное, вам может быть там такое пожелание, может быть, это моя особенность такая. Семинары для меня как-то прошли смазанно. И я на самом деле сюда шел с интересом, ну точнее, на курс шел с интересом, но семинары меня немножко напугали. Вебинары? Вебинары, да, извините, да. Вебинары меня напугали тем, что мне не хотелось в рамках вебинаров общаться. То есть я слушал, где-то летал, вот, но как бы контакта не произошло. Я думал, а вдруг я сейчас сюда приду, посижу и все. Вот, но как бы здесь все круто поменялось. Наоборот. Здесь как-то может быть что-то вот как в семинарах. Чтобы в вебинарах может быть что-то изменить, чтобы там контакт был с аудиторией сильнее. Да. При этом я заглядывал в чат, я там смотрел на ваши картинки, да, там пытался как-то втыкать, но все равно даже вопросов не возникло желания задавать. Вот. Понял. И, наверное, последнее, вот что не получилось именно у меня, это вот медитативные способы. Ну, может, я слишком строг именно к себе, но у меня, по-моему, вот, ну, толком, кроме как поспать виртуально, да, ничего не получилось. Ну, как мне кажется. Может, я... Лиха беда начала. Да, ну, я обязательно попробую, особенно вот этот прием с пальцами, да. Запомнил, записал, буду пробовать. Это хороший прием. Вот. Ну, наверное, все, спасибо. Удачи вам, вашей семье. Спасибо. Вашим близким.